лучшие предприятия края, главные адреса телевизионных репортажей. Среди тех, кто успешно трудится над решением задач интенсивного освоения производственных мощностей, коллектив Дивногорского завода низковольтной аппаратуры. В этом году здесь впервые в стране разработано и освоено производство дешевого и экономичного вида выключателя для открытых разработок. А ко дню празднования 65-й годовщины Октябрьской революции был собран 5-миллионный автоматический выключатель, широко используемый во всех отраслях народного хозяйства. Вся продукция выпускается здесь со знаком качества и отправляется во все концы Советского Союза.